Aufstieg links. Ты горняк, не тому заломаю скотч, ты понимаешь, куда? Да ну нафиг сейчас фуру гнать, ребята, извините. Это просто трындец. Это реально где-то на трое суток только тут жить. В поле, без магазинов. Это если кто-то едет, затаривайтесь едой, водой и нервами. Какие марсы, смотри. До границы еще 10 километров. Новым депутатом, наверное. Новый абсолютно. Пацаны, кто еще хочет быть дальнобойщиком, ездить на закордон? Ты представь себе, это всем надо сходить в туалет. Все бочком, все бочком. Вот и вся романтика дальнобойщика. Опять Марс. В общем, друзья, 15:45, стали мы в очередь. Нормально, у меня 6 стоят, это тени полежать. Трое суток. Я, да что случилось? Я что? Ну дай что, Мика Михай, без очереди на ёбу. Женщина в машине сидит. У того дети в машине сидят на Volkswagen. Честное слово, ну что, кто вас делал? В какой позе, мне интересно. Всю кулейку объезжаю. Колейка там начиналася. Хлопці, передайте парати, щоб легковий не пускали. Ми зараз станемо брати зараз вправі ряди. Зараз будемо торгувати, штуки брати, об'їзд. Ми зараз... То вони зараз мене там на мосту будуть стояти. Бистро постаю. Вони будуть стояти довго, якщо побачить, тільки торговля йде. Бо є такі місцеві аборігени. Ставить з моста торгує, пускає легкових, оці, що їдуть. Що вони повинні всі ці люкові, що купили, отаму в кінці колейки стояти з усіма. Знай! До тебе буде зараз заїжджати, давай під'їжджай. Кстати, та історія з ДТП закінчилась тим, що чувак відлістав сотку і поїхав, і роз'їхались. Друзі, розкажу байку, за що купив, за то продав. На прошлой неділі жінка на мосту на Volkswagen B6 в'їхала без очереди, к ней подошли люди, по-хорошому попросили уехать. Она отказалась, начался конфликт, ей побили стекла, побили капот, она вызвала полицию. Полиция ее еще оштрафовала, потому что там что-то там, ну, в общем, за что-то они ее еще оштрафовали. Я стояв. Цієї машини не ми було. Виїхали, так, ми виїхали, ми виїхали. Я стояв. Ні, він виїжджав. Я взагалі не пропускав би без черги взагалі, розумієш? Мене... Треш, треш. Границя – це треш. Нагальну чергу, чувак, де несуть, пустимо, що самі умні. Ти за цією машиною не їхав, я розказую. Давай виїжджай. Давай виїжджай. А вже виїжджай, що ти стоїш. Бігом виїжджаю. А не вже. Зараз спустя не пахнуть. Ні, я коня, я коня, хмелець на вліз, я питаю. Слухай, ти розказуєш, що ти на розгородні, що ти сюди їхав з фарами. Ти горняк, він тому займає скотч, ти розумієш, куди? Я піду за тобою і буду дивитися. Парень, я зараз виньому ножа поріжу колись. Я поріжу тобі колись. Черзі, я тобі вже поріжу колись задам. Хочеш зробити? Хочеш, я тобі зараз зроблю? Зараз зроблю. Я не буду свого. Здесь они такие берут. Трэш, граница трэш. А этот не уезжает, и второй не уезжает, они не хотят уезжать. 5 утра, и мы на шлагбауме. Польская таможня. Вы должны знать, где ВИН-код у автомобиля. Обязательно. Ну, его при покупке надо проверять вообще-то. Именно кузова. На металле выбитый, который не под стеклом. Даете ей паспорт, технический паспорт украинский. И все. Это все, что ей надо. Права купчу, это по настроению у них. Так только свидетельство о регистрации и паспорт Украины. И сидите, ждете. И хорошо, если вам попадется адекватно. А если неадекватно, то он будет бегать полчаса. Наносить мозги людям, будете стоять ждать. Сидите лучше в машине, никуда не ходите. Дабы не вызвать гнева ее величества, неудовлетворенной женщины. Пропустили поляки, теперь Украину не пускают. Человек заснул, и крыса его тут же обогнала. Тут же, вот так вот. Ю! Боже, какое крысячество, друзья, я не знаю. Мне так стыдно, вот стыдно за все вот это вот. Ну, друзья, пока ходил проситься в грузовую колейку у меня на фирму, вот эти два тела обошли и вот стоят спереди в удовлетворенности, что обогнали. Люди не выдерживают, просто идут в туалет с моста. Ладно, мужчине, а женщине что делать?
В общем, полячка оштрафовала чувака, который перестроился перед мостом, прерывистую линию нарушил. Можно либо там в самом начале, либо на мосту. Заплатил он 60 гривен. Порядок есть порядок. Перед мостом сплошную линию нарушать нельзя. Поляки 100% выпишут штраф. И только в Украине можно все. Свобода, бардак. Поэтому мы друг друга вот так вот поступаем. Вылетаем, подрезаем, обгоняем. И друг друга не уважаем. Хотите сами уважать друг друга? Поляки вас заставят уважать друг друга. Еще бы штрафовала Польша тех козлов, которые без очереди лезут. Вот. Это было бы вообще замечательно. И так причем жестко бы штрафовала там на пару тысяч. Вот что бывает, когда лезешь без очереди. И крышу поняли, и фары разбили, и зеркала отбили, и колеса поспускали. Или машину арестовали, человек психанул и сказал, ни мне, никому не достанется. Брокер ошибся и послал на галицкую мытницу меня. Сейчас пишу заяву, а это все мое время, ребята. Сутки отстоял, а теперь вынужден заниматься херней. Ну что, друзья, 12 часов дня, документы готовы. Идем заправляться. В принципе, в целом таможню мы прошли достаточно быстро. Хотя очередь была просто огромная. А я вам скажу, в прошлый раз была очередь меньше. Но проходил я ее дольше. Эмоции улеглись. Вот лично мне что бы хотелось. Чтобы была дисциплина на таможне. Чтобы не было этого быковства, которое я видел за эти сутки. Если бы не эти моменты, эти трудности даже такими бы не были тяжелыми, как вот, вот эти негативные эмоции, когда ты видишь этих людей. Но были люди, которые сознательно лезли на фуре. На автовозах просто лезли вне очереди, ничего не объясняя. Это, конечно, некрасиво, неприятно. Были люди, которые объезжали спящих с такой радостью и скоростью, что просто жуткое зрелище. Это не по-христиански, это некрасиво, это не по-мужски, это крестячество какое-то, честное слово. Вот если бы не эти моменты, то супер, все прекрасно, все хорошо. Поэтому я призываю украинцев быть более сдержанными друг к другу и более уважительными. Не надо ждать, когда введут штрафы за пересечение той сплошной в Польше. Можно же просто подождать, правда? И хотелось бы, чтобы все-таки украинцы уважали больше друг друга. И тогда, я думаю, от этого станет лучше всем. Вот, ну, буквально, ребята, ну вот мне предложил глухонемой влезть без очереди, ну, на 500 метров, может, на километр раньше. Ну и что? Ну, выиграл бы я этот километр. Ребята, ну что бы изменилось вокруг? Ничего. А совесть бы где-то туда подгуляла. Поэтому не делайте так, оставайтесь всегда людьми, потому что в очередях есть и дети, и женщины. Вы видели условия, мужчине сходил без проблем, а для женщины это целая трагедия. Поэтому оставайтесь людьми и не делайте так, пожалуйста. Просто корабль. Вот она глотает эти неровности, вот наши украинские, потому что в Европе этого не ощутишь. А тут вот дорога качается, неровная. И она прям так вот как А6 такая идет, ну вообще класс. Так, впереди инспектора наши, бежит инспектор. Керуйте транспортним засобом без вимкненого денного світла фар поза межами населеного пункту. Якщо можна, попередити нас, будь ласка, бо ми сутки не спали, чесно. Да, дякую. Да. Ну я, ви бачите, сутки стояли на кордоні, я би вже їхав би, ну, більш-менш нормально, але дуже вам дякую. Олег був прав, попередження за це предусмотрено. Їхав я дійсно без включених фар, горіли у мене там габариты, дуже плоха погода, показав відео, ну, можна сказати, що не видно. За это нарушение предусмотрено предупреждение или штраф 420 гривен. Мы попросили простить и отпустить, на что инспектор нам пожелал счастливой дороги и нас отпустил. Видите, пешеходный переход, видите, зебру, то, что от нее осталось. Вот я припарковался, отсчитал 15 шагов и поставил машину. Человек подъехал передо мной, встал. Я подхожу, говорю, почему вы передо мной встали? А я думал, вы тут не в очереди. Я говорю, ну да, на немецких номерах стою не в очереди. Говорю, давайте-ка за мной. Да не, мы типа вы сейчас, вы нас объедете. Я говорю, нет, ребят, ну давайте по-нормальному, встаньте за мной. Тем более вас оштрафуют. Да не, нас не оштрафуют, типа у нас тут все повязано. Я говорю, хорошо, не оштрафуют. Выйдет человек, его собьет машина, это будет на вашей совести. А дело в том, что ограничиваешь обзорность пешеходу и водителю.
То есть они друг друга не видят и подвергаются риску жизни человека. Почему? Тут не всегда работают штрафы. Иногда надо мозг включать. Неужели так трудно стать вот, ну, по-человечески? Я уже молчу за тех, которые на пешеходном переходе ставят машину. Не ставьте никогда машину вот прямо возле пешеходного перехода. Это опасно для человеческой жизни. Но вы знаете, я вам хочу сказать, что порадовало, что именно для человека ни моя просьба не повлияла, ни штраф его не напугал. А вот когда я ему сказал за то, что собьет человека по вашей вине, он сказал, да, это аргумент, и переставил машину. Ну, слава богу, хотя бы вот так, чем никак. Друзья, терминал забит полностью. И мотоциклы таможатся тоже, видите. Колесо, авария, бабах, колеса нема, продал человек. На терминал я заехать не смог, только с 9 часов будут решать. Ну, вот, смотрите, реформаторы. Какие условия сделали для людей? Площадка забита автомобилями. Люди сюда везут по 5000 долларов за растаможку. Вот это сервис. Туалет хрен знает где. Это надо его еще найти, поискать. Заехать на терминал я не могу, потому что он забитый. Надо ждать, пока кто-то выйдет. Пытались договориться с соседним терминалом, чтобы там типа грузовые заехать. Сказали, нет, не сделаем этого. Вот начало. И уже очередь вот такая, видите? Реально забито полностью, блин. Сказал, что машины некоторые недели уже стоят нерастаможенные. Да, жестко чувак упал где-то. Конечно, наблюдал картину. Приехал брокер на Range Rover. Забрал пачку документов. Он на бляхах поднялись, пацаны. Уже на Range Rover брокера катаются. А тут две двери подкрашены. И порог снизу. Вот как люди делают самые дешевые машины. Я считаю, это яркий пример того, когда государство организовывает бизнес. То на таможне бардак, на терминалах бардак, заехать не можем. Если бы это было все в частных руках, то я уверен, все было бы красиво, и сервис. Кофе, чай, и туалеты нормальные, а так вот, альтернативы нет. Я вам скажу, друзья, я говорил в предыдущих видео, ровно в понедельник лучше не приезжать. Видите, немножко проспал, опоздал на часики, все, уже заехать на терминал не могу. 11 часов дня, стоим с 7 утра. Заехала только одна машина на терминал. Вот такой государственный бизнес. Вот я уверен, если бы в Голландии была бы такая ситуация с машинами, они бы с 5 утра бы уже работали бы как пчелки. У нас все наоборот, работают с 10, с 11 и домой в 10 идут. Вот сейчас 11:06. Вот я зашел на терминал, только сейчас какой-то брокер пришел фотографировать машины. В 11 часов дня. Уже обед, уже полдня рабочих прошло. Оно пришло просувать. Здесь место немерено, а там люди ждут. Ну... А ровно рассчитывается при выходе с автобуса. Идем в Краивку кафе. Помните, там где-то я про калашников говорил? Вот немецкий автомат, с которого содрали калаш. Согласитесь, похож. Причем очень похож. Друзья, сняли квартиру 550 гривен, но если напрямую, то будет стоить 500. Какой ремонт человек сам своими руками делал. Собственно, квартира от хозяина. Это ровно, в центре, очень удобно. Если кому-то надо, без проблем, пишите, дам контакты. Сейчас вам покажу, какой сделал балкончик. Швеллера позабивал, увеличил. Вот такой уют, фонарик горит. Здесь снизу рынок, сразу выходишь. Ну, очень удобно. Супермагазины, ну, все рядышком. Такая квартира в Киеве, наверное, 800-900 стоит. Подвесной потолок, очень неплохо. Скажу, парень очень приятный в общении. Еще и оказался коллега подводный охотник. Друзья, я влюблен в Ровно. Вот Луцк, Ровно, очень рядом. Покупали в магазине. Девочка говорит, у нас пакет бесплатно. Я говорю, вот, сегодня классный день, спасибо. Нам бы еще 3 штуки бесплатных пакетов. Открываем сумку, а там реально 3 пакета. Ну, я просто пошутил. Супер, спасибо. Елочку нам. Смотрите, какая памятка. Человек ничего про нее не сказал. Дорогие гости, це правила користування квартирою. Уважно прочитайте їх та запам'ятайте. Підтримуйте чистоту та порядок. Вам приємно, коли чисто, мені також. Зберігайте спокій та тишу після 21:00. Це жилий будинок, тут живуть інші люди та діти. Бережно ставтесь до техніки та меблів. Забороняється курити в квартирі і на балконі категорично. Забороняється влаштовувати святкування та гучні вечеринки. Забороняється передавати ключі іншим людям.
Покидаючи квартиру, перевіряйте, чи закриті всі крани, газ, вікна. Вот это на заметку, кто сдает квартиру. Смотрите, как человек красиво, еще и с такой подставочкой сделал, видите? Горох ровно в подъезде. Такое должно висеть в каждом подъезде Украины. Не вижу, когда в подъезде курят. Выходишь на улицу, и вас ожидает просто бурный рынок. Посмотрите, какой рынок. Все, что хочешь. Друзья, позвонил брокер. Не пропускает эту машину по даже реально закупочной цене. Вот посмотрите, как устроена система. Пробивается только по шваку, а по шваку она пробивается 4100 евро. И от этого идет растаможка. Хотя машина реально куплена за 3700. Для них это не аргумент, не сайты, ничего. Вот швак 4100 и все, понимаете? И цену подняли с 4800 на 5400. Ну, там плюс-минус. Вот такая вот история. Так что будьте осторожны с большими объемами. Вы только подумайте. Машина куплена за 3700, а растаможка 5400. Плюс еще в пенсионный фонд. Это кроме этого еще отдельно ГРНЭ пенсионный фонд, пожалуйста. Смотрите, страна аптек. Раз, два, три, четыре аптеки в одном месте. И где еще аптека? Ну там далеко тоже аптека не видно. И по правую руку тоже аптека номер один. Короче, в одном месте около пяти аптек. И буквально за углом еще одна аптека. Растаможились на второй день в 5 часов вечера ровно. Вот за это я люблю ровно. И хочу сказать, ребята, ровно вот было 2 дня погулять. Очень мне понравилось. Почти все как в Луцке. Те же люди приятные, обслуживание приятное, вежливые с этими пакетиками. Девочка, а, забыли шоколадку. Ёлки-палки. Ну да ладно, в следующий раз, значит. Вот. В общем, едем домой. Уважаемые полицейские, вот сзади едет чудо. Раз, два, три, четыре, шесть фар налепило себе и едет, меня слепит. Но вот почему в Украине такое возможно, а? Включил себе там кучу света, ему хорошо, а мне, а встречке? Чем хочу поделиться? Средство от герпеса, ацикловир. В Украине стоит 15 грамм 80 гривен. В Египте мы купили 30 грамм за 2 доллара. Это 46 гривен. Наш вообще не помогает. Мажешь, не мажешь, ничего. И там, где в стране смертная казнь за подделку лекарства, 2 раза помазали и все. Вот чтобы вы понимали, как здесь у нас в Украине с лекарством дурят людей и как нагреваются. В Египет небогатая страна и лекарство стоит 2 доллара. И у нас 83. Если бы хотя бы оно помогало. И я вам хочу сказать, это один из немногих примеров разницы в цене. Есть препараты, где там вообще просто тот, кто едет в Египет, поинтересуйтесь этим. И капли для ушей, и капли для носа, и от кашля. И все дешевле, и все просто, ну, намного дешевле. Я вам хочу сказать, мы зашли когда в аптеку, я офигел. Там наших людей, кто в этом понимает, очень было много. Все скупались просто. Я думаю, что у нас ли аптек нету? Есть аптеки, но много подделок, и цена просто, ну, реально разится очень сильно. Знает, средство от горла Tantum Verde у нас стоит где-то 180 гривен. И в Египте, не поверите, доллар. Да-да, доллар. 1 доллар. Как разница вам? Скорая. Полиция. Почему такого сюжета нет в Европе, правда? Вот как в Украину въезжаю, посмотрите. Какая сумасшедшая статистика. Вот только вот я еду по Украине, посмотрите, дороги нет, вообще нет. Друзья, опять на ПК-сервисе, проверка опять проверка кнопки. Оп, работает. Оп, работает. Видите, замыкаем контакты. Чик. Все, все хорошо. Что? Это же лайфхак, реалитет какой, ё-моё. Nokia. Ищем кнопку для пульта. Снимай так, чтобы бардака всего не было, чтобы только зеленое было, а синее. Зеленое. Лайфхак от ПК-сервис. Перерыли ноутбук, клавиатура. В итоге у него здесь музей есть техники, которая уже устарела. И там нашли старый-старый телефон Nokia. Кнопочку оттуда сейчас скулибничаем. Вот такой музей. Память на гигабайт. Я помню, как он их купил. Она уже столько лет продается, жесть. Кому надо, ребята, вот смотрите, реалитет какой. Она типа не продается. А, он ее не продает. Блин, хирургическая работа. Ребята, пользуйтесь. Лайфхак от ПК-сервис. Кнопочка со старой Nokia. Поставили и работает. Супер. Просто супер. Осталось найти брелок с резиновыми кнопочками на AliExpress. И все. Переставить плату с ключом.
Вот ключ здесь припаянный, здесь не знаю, как будет. И реально очень приятно нажимается, только надо резиночку сюда ставить. Nokia отправляется в музей. Так, слышь, в Японии сделано. Все, телефон отправляется в музей. Спасибо, Nokia. Может, еще пригодится, кто знает. Все стоят на переходе на базаре возле этого, возле часиков. Я людей пропускаю, они встали и смотрят, не переходят дорогу. Прикол такой был, мужик тупо стал и стоит смотрит. Да, американские они завораживают наших европейцев масштабами. Работаем, работаем. Открывается и закрывается. Все, друзья, вот такой лайфхак от ПК сервис. Два ключа теперь рабочие, осталось поменять только корпус, и ключики будут работать. Батарейку поменяли, все супер. Обращайтесь. Я проверял там, но сейчас будем немножко на другом оборудовании смотреть. Опа! Пытаемся по Bluetooth соединиться. И никакой этих конченых современных машинок, когда для двух пассажиров выемка посередине гор. Я все время думаю, полноценный диван, в такой да. машине, ты же не ляжешь. Друзья, на тяжелой машине скорость воспринимается совсем по-другому. Она такая, знаете, ну не страшная. Ее не швыряет, не дергает, рулем помахал, она такая шук-шук. Ну, конечно, тут инженеры поработали над такими классами автомобиля, совсем все по-другому. Даже давление в шинах есть. Согласитесь, с ключами ПК-сервис Николай Васильевич рулит. Ну, блин, два брелка уже спас. Я не знаю, но Кулибин еще тот. Реально перерыл кучу материнских плат, клавиатуру и нашел в старой Nokia мембранку, поставил, почистил плату, все сделал. Ну, осталось за малым купить новый брелок, переставить ключ. И все, и два ключа спасены. Вот так вот. Я очень его рекомендую. Очень порядочный человек. Никогда лишнего не возьмет, и не поверите, за эту работу он не взял ни одной копейки. Ну вот, друзья, на подъезде в Киев сильное ДТП. Смотрите. На той стороне пару машин. В общем, погода ужасная. И только что меня справа обгонял автомобиль. То есть, украинцы, блин, вы просто безбашенные. Не успел заснять. Еще одна авария при въезде в Киев. Грузовичок где-то кого-то зацепил. Массово не соблюдается дистанция. Настолько прижимаетесь друг к дружке, что мне, блин, страшно в зеркало смотреть. Вся история. Впереди еще сертификация. Я уже в Киеве. Всем спасибо за просмотры, за комментарии, за лайки, дизлайки. Надеюсь, мое видео где-то было чем-то полезным для вас. Звоните, обращайтесь, по возможности буду отвечать. Кому не отвечаю, не обижайтесь, потому что иногда просто комментарии каким-то чудом открываю, а они где-то в истории, я почему-то их не видел. Спасибо Крайслеру. Ух ты, вот это уже хорошо. Видите, какие в Киеве появляются человечки перед детскими заведениями. Это радует. Цивилизация к нам пробивается, друзья. Медленно, но пробивается. Спасибо Крайслеру за то, что он нас беспроблемно доставил с точки А в точку Б. На сегодня всем пока.